В рамках реализации проекта «Городская среда» депутаты Мособлдумы Лариса Лазутина и Дмитрий Голубков совместно с одинцовскими депутатами-единороссами проинспектировали ход установки детской площадки у дома номер 6 по улице Чистяковой в микрорайоне Трехгорка. Площадь новой детской игровой площадки составляет 350 квадратных метров. Вариант игровых элементов был выбран и согласован с жителями. В настоящий момент уже сделано асфальтовое покрытие. В ближайшее время планируется смонтировать резиновое покрытие и установить малые игровые элементы. Обустройство детской игровой площадки проходит в рамках реализации программы инициативного бюджетирования.